Инфляция в еврозоне замедлилась, однако потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители и продукты питания, возросли, согласно данным Евростата за июнь. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, годовая инфляция выросла до 1,3%. В мае этот показатель составлял 1,4%, а в апреле 1,9%. Показатель базовой инфляции, исключающий изменения цен на продовольствие и энергоносители, вырос до 1,2% в годовом выражении. Минимальный рост потребительских цен зафиксирован в Ирландии, максимальный в Литве.